Чувашии объявлены два номинанта на получение госпремии в области литературы и искусства. Это художник Проскеви Ти и писатель Анатолий Кибеч. Комиссия при главе республики начала знакомиться с работами номинантов. «Возвращение к истокам» – так называется выставка «Проскеви Ти», которая развернулась в Чувашском художественном музее. Здесь мастер собрал картины последних 4 лет. Это история народа в рисунках. Я хотел нарисовать еще не отжившие, не все забытые в народных традициях, как народ с родными собирается за ритуальным столом, как поют, как танцуют, какую одежду носили. Потому что те времена, когда эта цивилизация формировалась, не было у нас таких художников, которые могли это нарисовать. Для художника важно показать самобытность своего народа, его культуру, чтобы даже через десятки поколений по его картинам люди могли изучать историю Чувашского края. Проскеви Ти ведь это особый художник. Он в своем стиле работает. Он не художник-реалист, который изображает, как сказать, жизнь в ее реальных формах. Он скорее у нас символист, метафорически показывает. Там очень много символов в его работах. Их надо читать, их надо смотреть, разглядывать и размышлять. Здесь новая тема у него совершенно появилась. Это народы, близкие, родственные. Вместе с чувашскими женщинами на картинах можно встретить татарочку, марийскую девушку, мордовку. Среди символов – ноты, строчки из песен, мифологические образы. Выставка продлится до 24 апреля. Жители и гости республики могут оставить отзывы на сайте Минкультуры с пометкой «Госпремия» в поддержку художника Проскеви Ти.